Приветствую, дорогие друзья! С вами Александр Святов. И так получится, что вот буквально несколько часов осталось до объявления открытия очередного розыгрыша Green Card. То есть вы сможете заплатиться, зарегистрироваться и заполнить заявочку на сайте, который будет ниже. Это единственный сайт, который это позволит сделать. Никакие другие конторы, которые заполнят за вас. Это все добро, вы заплатите денег. Нет, это не должно так работать. И это не работает. Это. Не совсем мошенники, но это все неправильно. Единственное, что вы должны сделать, если вы хотите действительно переехать, если вы хотите попытать свое счастье, это заполнить аппликацию на сайте. Ссылка на который будет внизу. Сразу под ним будет инструкция о правильном заполнении всей этой анкеты. Это не сложно. Да займет у вас, ну, ты не знаешь, 30 минут от силы вообще занимает порядка 10. Они добавили несколько пунктов, один из которых это необходимость загранпаспорта. Без загранпаспорта вы не сможете этого сделать, это сейчас такое требование номер один. Еще небольшой совет от человека, который выиграл Green Card с первого раза. Не рассчитывайте на выигрыш сразу, то есть реально. Я никогда не хотел выиграть, я никогда не хотел переехать, я прекрасно жил в Украине. Здесь я живу тоже хорошо, но вы должны понимать, что когда ты Сменяешь место жительства, ты уезжаешь один, без семьи, без никого. Ты постоянно сталкиваешься с некоторыми вызовами. Ну, мне это нравится, я от этого тащусь. Я и в армию попал, и в пехоту только из-за этого. Мне нравятся подобного рода авантюры. Мне это интересно, мне это близко. До этого я просто отъездил 6 месяцев на траке, потому что у меня был investiг процесс, по-моему, из-за моего кейса, да. Вот, и я просто покатался на огромном. В 18-колесном траке по всей Америке посетил 44 штата. И это замечательная страна, ребята. Страна возможностей, страна, которая позволит вам стать тем, кем вы хотите, если вы нормальный человек, если вы уважаете законы, если вы можете соблюдать правила. Все, что от вас требуется. Уважать законы, соблюдать их, чтить Конституцию, не нарушать законы. Все. Работать правильно, работать честно, все будет хорошо. Ссылку на инструкцию, ссылку на сайт по грин-карте внизу ищите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я сейчас дам еще несколько советов по поводу того, почему вас могут отсеять в автоматическом режиме. Вот. И если хотите, послушайте. Значит, в первую очередь, это фотография. Если на фотографии будут присутствовать следы фотошопа, вас отсеют. Вас отсеет робот. Там специально сказано, что не должно быть там фотошопа. Как получить нормальную фотографию? Все очень просто. В ателье, в любом нормальном, просите сделать фотографию для визы в Соединенные Штаты Америки. Этого хватит для грин карты. Фотошопа никакого. Волосы зачесаны, уши видны. Очки можно снять. Лучше не отпускать слишком большую бороду на этой фотографии. Ваше лицо должно быть видно. Очень хорошо все вот эти вот дела. Щетина, да, пожалуйста. Еще раз. Фотошоп нет. Очки возможно. Уши должны быть видны при помощи специального инструмента, который будет, опять же, ссылочки внизу показан, как это все работает, как все обрезается, вы должны обрезать эту фотографию и вставить ее в вашу анкету для вашей аппликации. Все. Немаловажный факт. Не старайтесь заполнить Green Card аппликацию в первые дни, когда откроется возможность. Огромное количество людей сразу то набежит, сайт будет вешаться, где-нибудь вы что-то провтыкаете, у вас подвиснет страничка. Guess what? Робот вас кикнет в следующий раз, если вы попытаетесь заполнить вторую. Понимаете? Он где-нибудь там сохранит это все добро, где-нибудь не сохранит. Дождитесь второй, третьей недели, заполните тогда, спадет ажиотаж и так далее. Попробуйте, если вы действительно хотите, если вам интересно испытать удачу, попробуйте обязательно заполнить грин карт и, возможно, двери Америки распахнутся перед вами, как распахнулись, в свою очередь, когда-то передо мной. Большое спасибо моему другу Александру, который под одно время меня просто надоумил заполнить это все добро. И я выиграл это с первого раза. Тески, лучшие друзья. <связано> Интересно, интересная ситуация. С вами Александр Святов. Ссылки на телеграм и инстаграм в описании. Ссылки на инструкцию, опять же, в описании. Ссылка на единственный сайт, на котором можно заплатиться на грин-карт. Первое в описании. Также будет закрепленный коммент. Там я все это добро продублирую. Читайте инструкцию, заполняйте, сохраняйте номер. Не используйте сторонние сайты. Будьте честны, откровенны во всем. Все у вас получится. До новых встреч. Пока-пока. Все, -пока. все, что от вас требует. Как получить нормальную фотографию, идете в фото ателье и просите фотографию для визы на лучше не, не лучше не носить бороду ваше лицо должно быть видимо